выявлены личности боевиков, которые были уничтожены сегодня в ходе контртеррористической операции в Дагестане. По данным оперативного штаба, двое из ликвидированных находились на нелегальном положении в республике после того, как участвовали в убийстве имама одной из мечетей в 2014 году. Кроме того, уничтоженные сегодня бандиты причастны к нападениям на мирных жителей. Один из боевиков являлся, как сообщили, главарем так называемого горного сектора банд подпулья республики и отвечал за организацию диверсий. Не исключено, что некоторым сообщникам ликвидированных сегодня боевиков удалось скрыться, сейчас идет их поиск.